Алла Пугачева, Максим Галкин и Верка Сердючка на месяц приехали в Саратов. Звезды российской эстрады выступят в саратовском цирке. Вернее, их двойники. Пародируют известных исполнителей «Шимпанзе». Новую цирковую программу «Тропик-шоу» привез в наш город Тигран Акопян. Зрители также увидят дрессированных собак породы бобтейл, верблюдов, крокодилов, змей и двухтонную гимнастку-муху. Бегемотиха исполняет единственный цирковой трюк – спуск по лестнице. Дрессировщики говорят, этому ее учили больше года. Не обойдется программа и без воздушных гимнастов, эквилибристов и акробатов. Все номера артисты цирка выполняют без страховки. Интересные номера, разножанровые программы привезли. Очень много воздушных номеров у нас в программе. Классические номера есть, как «Ромео и Джульетта под куполом цирка», летают такие ангелы, и вокруг них еще гимнасты делают воздушные трюки и так далее. Есть акробаты на роликах, на батутах есть акробаты, вот, есть эквилибристы на першах. Всего в новой цирковой программе задействованы 52 артиста и более 70 животных. «Тропик-шоу» входит в пятерку лучших программ российской государственной цирковой компании. Программа стартует 31 октября и продлится месяц.